пьяный и со странным свертком в кармане. В Верхнем Уфале сотрудники ГИБДД задержали молодого человека. При себе он вез наркотики. Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Их внимание привлек 27-летний пассажир. Он вел себя подозрительно. Как оказалось, был пьян. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение провести обыск. У сотрудников полиции появились основания полагать, что у пассажира при себе имеются запрещенные предметы. При проведении досмотра у мужчины обнаружен сверток, в котором, с его слов, находится наркотическое вещество. Пассажира доставили в отдел полиции. В отношении него собираются возбудить уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.